Ну, он в обществе находился или где он находится? У меня к Алексею на самом деле вопрос. Единственный вопрос, конечно, мы задам его лично. Чем люди отличаются от собак, если они бросаются на других людей? Вопрос правильный. Могу ответить прямо сейчас. Пожалуйста. Я намеревался вас оскорбить действием, поскольку вы стоите во главе организации, которая делает жизнь в городе невыносимой для горожан. И лучше иметь дело лично с вами, чем с каждой отдельной собакой или с каждым отдельно несознательным гражданином, который подкармливает. Если вы ставите начальником коммунального предприятия лицо, ткач, ЭЛА, которая освещает вот эту деятельность по подкармливанию бездомных животных и называет их солидным словом кураторы, а вы ее туда ставите, а потом страдают от этого дети, страдают женщины, страдают матери. Алексей, то лучше я буду иметь дело лично с вами. И намеревался он нанести оскорбление этой степени. Только на этом месте, хотя от собак пострадало 3 человека. Закончено. Послушайте, вы можете, будь ласка, давайте мы не будем уже дискуссии не под ним автомобилем. Хорошо. Сьогодні ми вже все зрозуміли. Я почув Олексія, він, на жаль, не дав мені висловитися. Проте, як то кажуть, я до нього не маю сьогодні, на сьогоднішній день, я до нього не маю жодних, як то кажуть, він зробив те, що повинен зробити. Все, як то кажуть, предрешено. Ну, як говориться, у мене к нему вопросов нет. Якщо у вас к нему вопросов нет, я... Давайте ми його відпустимо. То ми. Понятно, Михайло, тут поліція. Ні, а я його на поруки ж беру. Спасибо вам, мужчины, ви сработали очень профессионально. Спасибо, Алексей, желаю вам здоров'я. Я надеюсь, мы с вами встретимся, поговорим цивилизованным способом. Спасибо, до свидания.